Памятник четвероногим и хвостатым решили установить волонтеры проекта «Майский день». Летом этого года началась работа над проектом. Макет разрабатывал небезызвестный в Иванове скульптор Игорь Бычков. Его руке принадлежит памятник Гарелина на площади Революции. Волонтеры планируют, что горожане смогут подойти сфотографироваться с изваянием, засунув ноги в бронзовые тапочки, и пожертвовать деньги на животных. Ежемесячно емкость с вырученными средствами будут извлекать волонтеры и расходовать их на покупку кормов и сопутствующих товаров для питомцев приюта. Расположится метровая скульптура по задумке проектировщика в центре города. Точное место пока не называют. Открытие запланировано на День города.